Продолжаем тему Дня памяти и скорби. Сегодня член Совета Федерации Ахмат Салпагаров и мэр Карачаевска Алик Динаев посетили мемориал защитников перевалов Кавказа в поселке Роженикидзевский. Репортаж Алихана Лепшокова. 22 июня – одна из трагических дат в истории нашей страны. Внезапно и беспощадно армия немецко-фашистских захватчиков начала наступление на земли Советского Союза. С этого времени началась Великая Отечественная война. Каждый гражданин страны вышел защищать свою отчизну от врага. Сегодня к мемориалу защитников перевала Кавказа пришли почтили память и возложили цветы мэр Карачаевска Алик Динаев, член Совета Федерации Ахмат Салпагаров и директор Промсвязьбанка Юрий Дуттаев. Пока память о тех героях, которые завоевали свободу и независимость нашей Родины, жива, наша страна будет крепкой, самостоятельной и непобедимой. И народ, самое главное, будет сплоченным и непобедимым. Сегодня мы отдали дань памяти тем людям, которые завоевали нам эту победу. Также возложили цветы к мемориалу павших воинов в Великой Отечественной войне в Карачаевске. Сегодня мы свято храним в наших сердцах память о великом подвиге в годы этой жестокой войны, и мы должны помнить тех, кто подарил нам право на мирную жизнь и свободу, отметил начальник отдела культуры Карачаевского городского округа Шамиль Хубиев. Нам, современным людям, тяжело понять, что и какое чувство патриотизма проявили и любовь к родине наши граждане. Но с уверенностью можно сказать только одно – враг просчитался в одном. Они пришли сюда, чтобы захватить нашу страну. Но это была наша страна, и победа могла быть только нашей. Помимо этого, активисты администрации мэрии Карачаевска вместе с волонтерами Победы приняли участие во всероссийской акции «Красная гвоздика» и раздали специальные значки в виде символа Победы гвоздики жителям города. Сегодня, знаете, 22 июня, начало Великой Отечественной войны, и мы предлагаем вам присоединиться к всероссийской акции «Красная гвоздика», приобрести вот такой сувенирный значок «Красной гвоздики». И что? Вот, и опустить денежку, вот эту коробку, все а средства. Деньги куда идут? Все средства собранные, они идут на благотворительный фонд «Помощь ветеранам Великой Отечественной войны». А с удовольствием. Войны. За двоих можно? Да. Ровно в 12 часов на Аллее Героев жители Карачаевска и мэр Алик Динаев почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. После чего градоначальник еще раз напомнил всем собравшимся о том, какой ценой была завоевана победа в этой жестокой войне, после чего все собравшиеся возложили цветы к бюстам героев Второй мировой. Сегодня день памяти тех, кто ценой собственной жизни героически защищал отчизну, чтобы мы, будущее поколение, жили в мире и благополучие. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск.